mâine, la ora 9, în fața primăriei, ne strângem binevoitorii acestei țări ca să protestăm împotriva construcției unei biserici în fața la Kent Ford, lângă Universitatea Creangă. După cum știți, acolo se construiește o biserică, prototipul soborului Sfânta Sofie din Constantinopol. Vedeți? De cuda mă razmahnulis. Sobor Sfântoi Sofie în Constantinopol. Вот будете в Кишиневе. И тот, кто разрешил это дело, это господин Киртуака. Поэтому я приглашаю вас всех туда, чтобы мы протестовали завтра в 9 часов. Еще раз повторяю, завтра в 9 часов. Со свистками там, с разными там побрякушками. Чтобы примария знала, что мы не хотим забор Святой Софии, чтобы был в Кишиневе. Или, если он будет, чтобы он был где-то в другом месте. Нам хватает церквей уже на полсотни лет вперед. Мульцебет Пентратинцев.